Ты сегодня был супер. Да, я такой. Ты кто? Боря, тут какой-то мужик! Да не ори ты, я водитель Борислава Михайловича. Водитель? Какого ты руки распускаешь? Я хотел тебя утешить. Зачем меня утешать? Ну ты же сейчас начнешь плакать, кричать, бить посуду. Ты что, больной? Зачем мне бить посуду? А, ты же мне договорить не дала. Развизжалась тут. На, смотри. Ты пришла ко мне с другой планеты. Нет, ты просто слишком долго жил на этой. Говорят, в тебе нет ни изъяна. Говорят, твой инь еще не встретил свою Яну. Ты всегда найдешь о чем поспорить. А тебе пора в учебник по истории. Ведь мы из разных миров, и нам хорошо. Папик пришел. Что мы делали бы друг без друга? Тю, да я за 5 минут найду себе подругу. У тебя в друзьях одни анахронизмы. А нафига мне эти ваши катаклизмы? Ты всегда найдешь о чем поспорить. Ну давай залить все это в сторис. Ведь мы из разных миров, но нам хорошо. Папик пришел. Спасибо. Ты где была? Где надо, там и была. Тебе не все равно? Если спрашиваю, значит, не все равно. Можно же взять телефон, набрать номер, позвонить, сказать, так, мол, и так, задерживаюсь. Так, дед, что опять началось? Ты мне сказал поздно не приходить, я поздно не пришла, я рано пришла. Какие вопросы? Вопросов нет. Вот и отвянь! А я отвял. Окей! Дед, скажи, а чего вы все такие козлы? Кто мы? Пенсионеры? Хренсионеры. Что, не понимаешь? Не понимаю. Мужики. А, мужики. Почему вам от женщин только одно надо? Ну, не знаю. Может быть, потому что некоторые женщины только одно и предлагают. И, как говорится, этим грех не воспользоваться. Ты сейчас на что намекаешь? Ни на что. Ты спросила, я ответил. То есть ты хочешь сказать, что я сама виновата, что мне одни уроды попадаются? Ну, есть такое подозрение. Слышишь? Иди со своими подозрениями знаешь куда. Да, я пойду. Нет, а что? А вот что будешь делать ты, это вопрос. Так и будешь прыгать по койкам. От одного папика к другому. Ну, а что ты предлагаешь мне делать? Жить с прыщавым студентом в общаге? Умереть в один день? От голода? Через год? Спасибо. Ах ты. Вот смотрю на тебя, Лизавета, и думаю, когда же эта долбанная жизнь успела перевернуться с ног на голову? Откуда вы все такие вот взялись? Какие? А такие, в которых ни чести, ни стыда, ни гордости, для которых счастье определяется только объемом этих чичек и количеством цацек. Смысл жизни только бабки, 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 бабки. А любовь для вас пустой звук. Ты, Елизавета, на меня не обижайся, но я тебе так скажу. Вы уже не люди. Нет. Вы унитазы. Унитазы, на которые голыми задницами садятся и исправляют естественную надобность. И ты вот яркий их представитель. Потому что тебе же все равно с кем, все равно где. Трусы сейчас слетают раньше, чем мужик об этом подумает. И главное, что... Обиделась? Зря! На правду не обижаются! Да на какую правду? Ты хоть что-то обо мне знаешь, правдоруб ты долбаный! Трусы тебе мои не нравятся. А ничего, что я на них ценники увидела впервые, когда сюда приехала. Зато я очень четко помню, сколько они стоят в секонде за килограмм. Ты хоть когда-нибудь носил трусы из секонда? Нет? А может, ты жил восьмером в однокомнатной квартире? Потому что ни дед твой инженер, ни мама передовик. Они своим честным трудом на отдельную жилплощадь просто не заслужили. Не надо меня лечить. Я не хочу, чтобы мои дети росли так, как я росла. А как я этого добьюсь? Это кроме меня больше никого не касается, понял? Лиз! Лизавета! Ну целый день сидишь, ну выйди хоть поешь! Ты прости меня, Лизавета. Наговорил я тебе гадостей. Но ты пойми, ведь не со зла. И по сути правильно. Но, в общем, я не прав. Так не обижайся. Просто мне тебя жалко. Молодая девка красивая. А тратишь себя на непонятно что. Ты поверь, я ведь знаю, что я говорю. Как свое счастье растринкать? Тут я первый спец. Я в свое время таких дел наворотил. Не то, что другим рассказать. Самому вспомнить стыдно. И в душу я к тебе лезу, не потому, что мне делать нечего. А потому что хочется помочь, по-человечески помочь, нет. Поделиться, а? Иди в жопу. Извинения принимаются. Ну и чем ты такой умный можешь мне помочь? Кроме своих нравоучений. Ну, это зависит от того, чего ты в жизни хочешь. Ну как? Настоящего женского счастья хочу. Замуж хочу выйти. За кого? За нормального мужика. Ну, чтоб не урод, ну и богатый. И как скоро хочешь? Ну, хотелось бы побыстрее. Значит, за нормального, богатого побыстрее. Ничего у тебя не получится. Спасибо, помог. А ты погоди обижаться. Я говорю, ничего у тебя не получится, пока ты сама не уразумеешь, что таких, как ты, нормальные мужики замуж не берут. Это я тебе как мужик говорю. Чего это не берут? Это жена, она кто? Она и хозяйка, и друг, и любовница, и интересный человек, ну, собеседник. А у тебя всего этого только в одном пункте совпадение. Не, выглядишь ты хорошо, тут, кажется, вопросов нет. Но стоит тебе открыть рот, и сразу, так сказать, туман рассеивается. Ну, это короче. Лиз, ну ты не обижайся-то. Ты послушай меня. Да вот ты в спортзал ходишь, ну, чтобы хорошо выглядеть. Ну, попку свою качаешь так, чтобы мужикам нравится. Ну. Вот так. С мозгами-то та же история. Представляешь, нагрузку им надо давать время от времени. И тогда гармония появляется. Нормальный мужик на попу клюнул, с мозгами поговорил, замуж позвал. Так и что ты предлагаешь? Надо начинать с малого. Желательно опереться на уже существующий базис. На что? Не заморачивайся. Ты после школы где училась? В электромеханическом. В электромеханическом. А отметка по математике какая была? Пятерик. Пятерик? Угу. Ну, вот же. Значит, что имеем? Имеем технический склад ума. И будем опираться на точные науки. Тебе надо придумать какой-то неповторимый стиль. Образ, который будет тебя выгодно отличать от других твоих коллег по цеху. Да какой нафиг образ? Так, поверь мне, тебе же самой легче будет. Ну, говорю тебе как артист, в образе комфортнее будет. Вот, встань сюда, встань. Ну? Вот представь себе, что ты училась за границей, в Кембридже. Ну, представь. Так. Вот. Угу. Вот. И изучала молекулярную биологию. Чего? Не знаешь, что это такое? Я не знаю, никто не знает. Поэтому для нас это самое то. Вот. Так. Вот, изучал наш, да? Вот, пройдись. Так, обратно. Стоп. Зафиксируйся. Вот. Верю. Вот. Видишь, и в глазах уже появилась искорка интеллекта. Великая сила искусства. Интеллекта еще нет, а искорка уже появилась. Дед, ну где ты в баню? Ну что, Лиз, раздуем из этой искры пламя? Ну давай попробуем. Давай. Простая же задача. Нифига себе простая, с олимпиады. С олимпиады, для 3-го класса. Ты уже говорила мне, у тебя была пятерка по математике. Ну да, просто у нас математик такой был. Какой такой? Ну, молоденький, после института. Он пытался ко мне подкатывать, а я пользовалась. Понятно, да. Насчет Кембриджа ты, конечно, погорячился. Был, как говорится, в творческом кураже. Это мой, как ты любишь выражаться, косяк. Ну ничего. Что? Будьте добры, еще несколько слов о себе. Что любите? Чем увлекаетесь? Ну, кроме известных уже мне фактов. Ну, не знаю. Видосики люблю посмотреть. Кинематограф. Там маникюрчик порисовать. Живопись. И журнальчики полистать. Литература. Так ты у нас гуманитарий. А что, тоже вариант. Училась в Макелянке, факультет какой-нибудь культурологический, натура тонкая, изысканная, ищущая, трепещущая, немножко, как говорится, не в себе, не от мира сего. А что, мне нравится. Дед, я тебе не мешаю? Нет. Как называется картина? Ну давай вспоминай, мы же это проходили, Лизавета. Сейчас, подожди. Так, море, волна, вал! Правильно, вал какой? Какой вал? Сейчас, подожди, не подсказывай, я помню, я учила вал, айфон которого не было. Девятый вал! Правильно, девятый. И кто написал картину? Кто написал? Там тоже что-то Айвазюк! Айвазюк, правильно? Сама ты Айвазюк! Нет такого художника! Давай вспоминай, Айвазюк! Сейчас. Ский! Айвазюский! Точно! Айвазюский, девятый вал! Понятно. Бросайся, это не твое. Ты знаешь, Лизавета, я не учел одну вещь. Слишком много информации. Девственно чистый мозг, он не справляется с объемами. Поэтому меняем легенду напрочь. Меняем. Значит, бросила к чертовой матери свою Макелянку сразу же после первой сессии. Осторожно. Вот, разругала с родителями, вступила в Гринпис и поехала спасать этих пингвинов. Ты же знаешь, где пингвины живут? Ну я что, вообще тупая? В Атлантиде. Домохозяйка. Туповатая, но нежная. Работящая, покладистая. Мужики таких любят. Работаем. Как стирается хлопок? Там на машинке все написано. 40 градусов цветное, 90 белое, 800 оборотов. Селедка под шубой. Ага. Картошка, лук, морковка, свекла и майонез. И? Что и? И что под шубой? А, селедка. Натрий хлор. Так, стопэ, это химия. Это сода. Вообще-то, чтоб ты знал, натрий хлор – это соль. Да ты что? Молодец. Чувствуешь? Пригорело. Кембриджем пахнуло. Ага. Ну ладно, зачет. Так что будем считать, что курс молодой жены худо-бедно пройден. Да, еще тебе скажу, что наука с искусством тоже не пропадут даром. Утрясется, все уляжется, и как-нибудь при случае блеснешь. Так, сегодня как раз такой случай. Меня подружки позвали на тусовку, и, может, я там и блесну? Вот скажи мне, девочка, ты зачем дедушку так расстраиваешь? В смысле? В прямом. Я думал, что ты в этой игре уже понимаешь, кто рыба, а кто рыбак. Ну, так я как бы рыбачить и собираюсь. И кого там будешь ловить? Головастиков? Лиз, настоящий рыбак должен сначала определить, кого он будет ловить, чтобы потом прикинуть, где водится, на что клюет. Так ты хочешь, чтобы я список составила? Ну, а я тебе о чем толкую? Так а нормально, нельзя было толковать. Целый день мне мозг парит. Рыба какая-то, какие-то головастики, натрий хлор. Нормальным языком нельзя общаться. Что за человек такой вообще? Ну вот, как-то так. Да, нехилый такой косяк. Все как на подбор, жирные. Молодец. Я старалась. Как мы будем выбирать? Методом исключения, Елизавета. Для начала уберем всех женатых. Нафига? На чужом несчастье и своего счастья не построишь. А вот по мордасам получить, так это запросто. Убирай, убирай. Так, теперь отсеиваем всех, кто старше 60. А этих почему? Объясняю. Возраст, слабое сердце, инфаркт, вдова. Вдова, наследство, и я в шоколаде. Наследство, родственники, суды, ты в заднице. Вопрос есть, вопросов нет. Так, теперь малолеток до 40 тоже долой. У них организмы молодые, они к серьезным отношениям не готовы. У них только одно на уме – икру метать. Дед, ну ты сейчас дотрындишься, у меня никого не останется. Останется. Депутаты есть? Конечно. Убирай. Да это ж самый жир. Елизавета, у тебя есть хоть какие-то принципы? На народном несчастье своего счастья не построишь. Я из-за твоих принципов монашкой помру. Ничего, жить будешь долго и счастливо. А это у нас что за красавчик? Номер 32. Клепчук Павел Алексеевич. 49 лет, детей нет, не женат. Значит, думает головой, а не как все остальные. Вредных привычек тоже нет. Детишки будут здоровые. В политику не лезет. Ты знаешь, Елизавета, он мне все больше и больше нравится. Коллекционирует машины, занимается благотворительностью, меценат. Значит, не жадный. Елизавета, я бы на твоем месте просто даже не задумывался. Ты посмотри, а взгляд какой глубокий. И где-то счастье обитает. Завтра открывает выставку в художественной галерее. Лизавет, я же тебе говорю, что искусство нам еще пригодится. Дорогая Лизавета, мне 49 лет. И я ждал вас всю свою сознательную жизнь. Дед! Вот, Айвазюк. Коричневая на желтом. А ты говорил, нет такого художника. Коричневая на желтом – это название всего этого, прости господи, искусства. Ч-ч-ч-ч. Вот что это такое? Унитаз. Разбитый унитаз в музей поставить. Додуматься ж надо. Не букни. Была наша с тобой подготовка. Да чего? Валить надо, спалимся. Да сейчас. Че, зря целую неделю парилась? Ничего мы не спалимся. Лизавета, это не шутейное дело. Если, не дай бог, что, они нас повяжут. Я сказала спокойно. Все будет окей. Повтори. Все будет окей. Молодец. Шампусика принеси. Дамы и господа, прошу минуточку вашего внимания. Для торжественного открытия нашей экспозиции я хочу представить вам нашу... Выставки современного искусства. Дресс-код смарт-кэжуал. Ну, плюс-минус. Так, дальше. На выставке приветствуется и даже рекомендуется быть немного под шофе. Такое количество ценителей современного искусства. Мы с Геннадием Ивановичем даем всего лишь, ну, так сказать, первый толчок. Правда? Да. Молодым, талантливым. Вот обсуждение. В любой непонятной ситуации, чтобы не попасть в просак, говорите, слава Богу, наши наконец-то научились работать с пространством. Прекрасное полотно. Ну все, я готова. Мне это кажется, любую коллекцию. Любую, абсолютно. Но мы не смеем больше задерживать ваше внимание. Наслаждайтесь. Отличная речь. Пойдем? Представишь меня? Так оно собрался. Плечи выпрямил. Мы же в образе, папочка. Вперед. Павел Алексеевич. Да-да. Позвольте представиться. Веркулов Александр Николаевич, коллекционер. А это моя дочь Лизонька. Позвольте вам выразить мое восхищение. Мы с Лизочкой просто в восторге от всего этого. Очень приятно слышать. А вы уже что-то присмотрели себе в коллекцию? Ну, пока осмысливаем, но уже кое-что запало в душу. Вот, например, коричневое на желтом. Прекрасный выбор. Это моя любимая картина. Позвольте поинтересоваться, что именно в этой работе вас заинтересовало? Ну а как же? Это же именно тот случай, когда, глядя на картину, так и хочется сказать: слава Богу! Слава Богу, что наши уже научились работать с пространством. Лизонька, а вы что скажете? Ну что ж тут добавишь? Папочка абсолютно прав. Что ж, прекрасный выбор и отличное вложение. Спасибо. Миша, подойди на минуту. Миша Айвазюк, познакомьтесь. Очень приятно. Миш, ну, может быть, ты покажешь девушке еще пару своих работ? Ей, возможно, что-то понравится. Да, да, без проблем. Александр, а мы, может быть, с вами пока посигарим? А почему бы и нет? Прошу. Очень рад нашему знакомству. Знаете, в наше время редко встретишь человека нашего возраста, который так бы хорошо разбирался в современном искусстве. Да это Лиза поклонница. Я в основном так, по книгам. Да вы что? Да. А у нас даже больше общего, нежели я думал. Кстати, у меня дома прекрасная библиотека. Есть пару уникальных экземпляров. Я думаю, вам будет интересно. Спасибо за приглашение, и мы с дочерью как-нибудь воспользуемся. Я не думаю, что это Лизе будет интересно. Знаете, молодежь, у них совершенно другие ценности. Да, да, вы правы, конечно. Это он? Алёша, что ты тут делаешь? Ты же не собирался идти. Не заговаривай мне зубы. Это он? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Это Александр Николаевич, коллекционер. Мы только сейчас познакомились. Не лги мне! Я теперь понимаю, откуда взялся седой волос на нашей подушке. Молодой человек, я, конечно, прошу. Заткнись! Значит, я целыми днями в спортзале, чтобы тебе нравится, а тебя потянуло на дрябленькое? Я бы попросил... Я сказал, заткнись! Ты что творишь, Алёша? Ты... Что случилось? Ради бога, извините. Все, идите, все в порядке. Какой извините? Какой извините? Это в марте мост поставили. Ты знаешь, сколько это стоит? Я засужу вас всех. Не надо, я прошу прощения. Все в порядке. Вот моя визитная карточка. Звоните, ради бога, в любое время. Мы все решим. Прошу вас. Прошу, надо, извините. Но... Все нормально. Ну что ты ржешь? Да ничего, ничего. Просто я не понимаю, чего вы там парились, что-то выбирали. Признайся честно, ты сразу на него запал. Красивый, глубокий взгляд, не жадный. Лизавета! Что Лизавета? У Лизаветы может быть глубокая душевная драма. У нее только что из-под носа жениха увели. А самое главное, это ж кто увел? Учитель и наставник. Так, еще одно слово. Да все, я молчу. Просто я теперь не знаю даже, что делать. Слушай, а может, мы лучше тебе личную жизнь устроим? У тебя реально больше шансов. А вы потом меня удочерите и будем жить я, ты и он. Так, все, закрой рот, смотри. Прус Геннадий Иванович. Угу. Сеть стоматологии по всей стране. Не читая заводов, газет, пароходов. Вот так, девочка, бывает на рыбалке. Идешь на судака, а попадается сомма. Как он тебе? А тебе?